12 желтых карточек, 12 у Ивана Остоича. Кашчелана и Остоича, 28 двоих. Смотрим удары и влетает в ворота мяч, да! 1-1! Гевор Саркисян, как же он забрался, классно-то, а? Про Роналду рассказывал, вот на Велес показывает на эмблему, мой клуб. Спасибо болельщикам, молодец, сам решил, Геворг на эмоциях, да, отличный сольный номер в исполнении Геворга, и на 30-й минуте нападающий Велеса. Атака Балтики. Под правый в дальний, как здорово, и попадает, и на центр поля Мусаев. А что ж радости-то нет, Мусаев, вернувшись в состав, как попал, как попал, очень точно прицелившись, бильярдный удар в нижнюю шестерку. Замалиев, чисто мяч отобрали, и вот здесь нет преимущества у Спартака, но зато есть атака. Шильцов один в один против Садыкова. Забегает Шитов, и за счет него Шильцов делает движение, оббегает всех. Блестяще! Шильцов! Красота! Красота! Ну просто гроссмейстер! Как он за счет партнера сейчас сыграл? Да, комбинация шиши получилась, да? Смотрите-ка. Шиши пиши через 2-0. Владислав Шитов увел сразу двух игроков за собой. А Константин Шильцов беспрепятственно вошел в штрафную, дальше оббежал еще и вратаря. Какая красота! Вот втроем, втроем мяч у него отобрали. И Влад Шитов помчался вперед, приближается к штрафной площади. Обыгрывает! И удар! И гол! 3-0! Да слышит, надо было! Надо было упомянуть его, да, чтобы он забил вот этот самый 13-й мяч и повторил результат Александра Руденко и Дениса Давыдова. Ай да Владик. Ну, Абрамов, не глядя, просто мяч вынес. Печенкин. Локтионов. Ой-ой-ой-ой, зазевался Локтионов, Обивалин. Выход 1-1. Черпачок за шиворот Смирнову и 3-0, Сергей Обивалин оформляет дубль, выйдя на замену,